вчера мы общие вопросы рассматривали, защиты информации, общие вопросы криптографической защиты. Это не самое первое понятие разделения криптологии на криптографию и криптоанализ. Ну давайте, чтобы нам более ознакомиться со всеми методами криптографии, начнем просто это знакомление с так называемой классической криптографией. То есть ее еще называют ручная криптография. Это криптография, которая была, в общем-то, с древности и до, ну, пожалуй, середины 20 века, ну и в некоторых случаях и сейчас еще используется. Ее называют ручная криптография. Ее будем называть классическая криптография. Классическая криптография ручная, поскольку для шифрования или реализации вот этих алгоритмов криптографической защиты использовались только самые простые средства, технологические средства. Ну, конечно, перо, бумага, вот, ну и, может быть, какие-то самые простейшие барабаны, диски. Вот. И если классическая криптография, можно сказать, появилась в глубокой древности, еще с появлением криптографического письма, криптографическое письмо само по себе было как загадка. То есть его могли даже неоднозначно разгадывать или расшифровывать те, кому оно предназначено. То с появлением уже иерографического письма, или логографического, то уже можно было криптографию в более прямом смысле использовать и в более прямом смысле применять. А именно, когда какие-то иероглифы заменялись на другие, малоиспользуемые или вообще неизвестные, неиспользуемые иероглифы. Ну, конечно, современная криптография, она прежде всего рассматривает тексты, которые шифруются, тексты, которые представлены как последовательности символов в некотором алфавите. То есть эта современная криптография появилась уже с изобретением алфавита. Сначала финикийцы, где было символа, 22 символа в алфавите, ну и затем греки. Ну, финикийцев не было в алфавите представлены гласные, поэтому тоже было не очень удобно. Ну а греки уже полностью сделали фонетическое письмо. То есть уже не выдумывались какие-то символы, картинки для понятия, а именно использовался существующий развитый язык, звуковой язык, на котором уже тысячелетия общались люди. И, соответственно, это дало возможность, конечно, и письменность сделать более развитой сразу же. И, собственно, мы будем пользоваться как раз представлением письменности и шифрованием текстов или сообщений, которые представлены в виде последовательных символов в некотором алфавите. Ну, давайте рассмотрим обозначение, которое мы будем использовать. ZT – это алфавит из N букв. Алфавит. М-символ. Ну, давайте мы оставим слово символы, поскольку в современный алфавит входят не только буквы, которые обычно называются буквами, буквы алфавита обычного естественного языка, но и ряд других символов. И знаки препинания, и цифры, и некоторые специальные символы, если это относится, например, к сообщениям в специальных областях, ну, например, в программировании, математике, то есть алфавит из N-символов. И, соответственно, будем его рассматривать как множество. Ну и, в общем, если алфавит естественный, то все алфавиты современные, они упорядочены, то есть рассматриваются как упорядоченное множество. То есть, ну, скажем, это латинский алфавит, A, B, C, D. Если это алфавит русский или украинский, ну, здесь M в латинском алфавите, в котором мы тоже будем пользоваться, 26 традиционно, начиная вот с Древнего Рима,
и до сегодняшнего 26 фильмов. Ну, и, может быть, алфавит русский, украинский. А, Б. Б. Ну, здесь, соответственно, алфавит, который мы будем пользоваться, русским или украинским, М33, может быть, 32, это ее объединяется, 31, объединяется твердый мягкий знак. Ну, иногда и 30 делают, объединяется и кратко, и просто. Ну, этот же алфавит мы будем представлять, это основной алфавит, которым мы будем пользоваться, то есть пока мы будем тексты осмысленные рассматривать, и не расширенный алфавит, а алфавит естественного языка. Соответственно, алфавиты все упорядочены, они нумеруются, и мы будем рассматривать их также в виде. До m-1, где символы здесь уже будут числа, номера в алфавите, в упорядоченном алфавите. И это, конечно, значительно более удобное представление, поскольку тогда алгоритмы шифрования можно реализовывать на числах, использовать операцию с числами сложения, умножения и другие операции. Таким образом, это мы будем использовать алфавит. Вот. И в таком виде. Будем использовать открытый текст. Будем называть открытый текст. И сокращенно писать вот это. Соответственно, это будет либо последовательность символов алфавита, представленного традиционно символами X, либо будем обозначать открытый текст или сообщение большой M, а символы маленькими. Соответственно, X и M жизнь принадлежат некоторому алфавиту. Ну, мы будем считать обычно в этом курсе, что открытый текст это осмысленный. То есть, ну, прежде всего, он представлен в виде последовательности букв некоторого языка. Ну, и раз он осмысленный, то он обладает некоторыми частотными характеристиками. Частота букв, диаграмм, грамматические правила, присутствие каких-то сочетаний, частое или отсутствие вообще каких-то сочетаний. И это, собственно, польза большая для криптоаналитика, позволяющая тексты эти расшифровывать. Ну, а что касается, конечно, не все тексты, которые шифруются, они будут представлены как осмысленный текст. Это, например, при перешифровке. Но так или иначе, первая часть должна быть осмысленной, поскольку и содержать некоторое содержание, некоторые смыслы, иначе просто сообщение уже как бы теряет свое значение. Шифрованный текст. Шифротекст. Или криптограмма. Ну, опять же, мы будем сокращенно называть его шифрограмм. И обозначение для шифрованного текста надо Y будет, Y1, Y2 и так далее, Y3. Или C. C1, C2 и далее C5. То есть последовательный букв и Y. И содержание принадлежат некоторому алфавиту. Ну, возможно, из другого числа символов, скажем, символ F. Ну, хотя в классической криптографии чаще всего это одинаковые алфавиты открытого текста и шифр текста, одинаковые алфавиты, хотя для
наших текстах использовалось не только традиционно естественного языка, но использовались в том числе символы, которые являются какими-то картинками, какими-то частями рисунков, например, прямого Христа, косого Христа и так далее. То есть, ну, это уже просто были детали реализации. Но смысл, в общем-то, будет такой же, как при использовании просто символов некоторого языка. Но в современных условиях, конечно, открытый текст действительно представлен как последовательность символов некоторого расширенного алфавита. Там осмысленный текст и специальных символов. Ну а синхронный текст, как правило, это последовательность двоичная, но не единица. Ну и поэтому, собственно, алфавит тут Z2. В современных условиях, но это мы дальше будем смотреть, когда уже современные шифры будете рассматривать, блочные и поточные. Там алфавиты шифрованного текста, это последовательность 0 единиц, битовая последовательность. Здесь же мы будем в классической криптографии рассматривать последовательности из символов некоторого алфавита и одного и того же открытого шифрованного текста. Ну, это скорее для удобства. Секретный ключ. Как можно сказать? Ну, как правило, это тоже последовательность символов некоторого алфавита. И, во всяком случае, может быть закодировано. Так, давайте тут. И К, И принадлежит последовательность символа некоторого алфавита. Ну, опять же, в современных условиях это последовательность двоичная. Так правильно. Хотя ключом может быть не только последовательность, что чаще всего есть, но и некоторая функция. Некоторая функция, когда, соответственно, она может быть записана именно как отображение, как функция, либо закодироваться, опять же, с некоторой последовательностью. Что такое секретный ключ? Ну, во-первых, секретный ключ это параметр, который управляет процессами параметров, управляющий процессами зашифрования и расшифрования. Управляющий. Зашифрованию и расшифрованию. Ну, именно секретный ключ в симметричной криптографии, которую мы рассматриваем, является общим для отправителя и получателя. И вся стойкость криптосистемы вот зависит от количества ключей, вот, способы генерации ключей. Ну, конечно, стойкость криптосистемы ее надежная зависит и от устройства ее. Ну, об этом мы позже будем рассматривать. Ну и что такое шифрование? Зашифрование. Самых таких пока коротких и общих терминов. Зашифрование. Это преобразование. Преобразование открытого текста в шифр текста с помощью специальных правил, с помощью я буду некоторые слова сокращать, но они будут понятны, специальных, будем говорить, математических, логических правил, может быть и других, математических, логических. Правил и алгоритмы. С использованием выбранного отправителем и получателем Thank you.
А традиционно обозначается и получателем. Получателем В секретного ключа. Секретного ключа, который известен только им, никому больше. Вот. И раньше проводил. В асимметричной криптографии для зашифрования используется криптик, вообще говоря. Вот, подчеркнем, асимметричный. Криптографии используются для зашифрования криптик. А для расшифрования всегда используются секретные. Ну, в асимметричной криптографии, естественно, ключи связаны открытые и секретные, но таким образом, что из открытого никоим образом никто, кроме законного пользователя, не может получить секретный ключ. Асимметричная криптография. Зашифрование открытым ключом. Расшифрование. Это, я напишу коротко, преобразование. Образование. Да, но здесь надо, пожалуй, добавить все-таки в этом преобразование с целью сделать смысл открытого текста доступным только законным пользователям. Доступным только законным пользователям. Расшифрование. Преобразование шифр текста, вот открытый текст, законным пользователем. Законным пользователем. С использованием секретного ключа. Использование секретного ключа. То есть расшифрование всегда с помощью секретного ключа. Ну, конечно, тут можно более подробно описывать эти процессы. Ну, что такое криптографическое преобразование с помощью ключа? Вот это мы прежде всего посмотрим на примерах как раз классической криптографии. Ну, надо подчеркнуть еще одну важную характеристику. Пространство ключей. Пространство. Секретный ключ. Как у нее обозначается? Откуда выбираются секретные ключи? Откуда выбираются секретные ключи? Мощность К, то есть множество всех секретных ключей, это важнейшая криптографическая характеристика. Я даже напишу эти слова. Важнейшее, чтобы они, так сказать, запомнились хорошо, что это одна из характеристик, которая прежде всего во всех криптосистемах рассматривается. Важнейшее. Криптографическая характеристика. Шифра. Шифр – это как раз тот алгоритм, математический алгоритм, который осуществляет
процедуре зашифрования и расшифрования. Шифр. Алгоритм. Который реализует процедуры зашифрования, шифрования и расшифрования, расшифрования с ключом. Ну, прежде чем описывать эти процедуры, мы рассмотрим конкретные шифры. И почему это важнейшая характеристика, такая мощность ключевого пространства или число всех возможных ключей? Ну, поскольку, как правило, число всех возможных ключей ограничено. Вот. И, собственно, если перехвачена криптограмма, ну, достаточной длины, то всегда перебором всех ключей можно взломать шифр. При этом считается, что алгоритмы зашифрования, расшифрования, ну, обозначение, традиционное обозначение алгоритма зашифрования, таким образом, А и Б получатель и отправитель выбирают секретный ключ. Да, принадлежащий множество ключей. И после этого обоим становится известна пара. Алгоритм шифрования, алгоритм расшифрования. И они пользуются этим ключом как для зашифрования и расшифрования. Ну, при этом криптоаналитику Е, это мы дальше будем точнее говорить, ну, известны это все наборы алгоритмов шифрования и расшифрования, но неизвестен, какой из них выбран с помощью вот секретного ключа. То есть, значит, неизвестен секретный ключ и неизвестен конкретный алгоритм. А множество всех алгоритмов, ну, как вы вот на примере увидели, известны. Ну и поэтому, собственно, если ключей немного, то можно, считая множество всех этих алгоритмов известными, то можно просто перебирать все ключи, расшифровывать шифрованный текст, и тогда мы получим, соответственно, текст со смыслом какой-то, а он обычно, если криптограмма там не очень короткая, будет единственным, то это будет означать, если мы получили смысленный текст, то это будет означать, что мы нашли этот секретный ключ. Ну и понятно, что если ключей немного, как мы видим в первых, соответственно, шифрах классических криптографий, то их криптоанализ совершенно простой. Вот. И множество ключей в современных криптосистемах, в современных шифрах очень большое. Ну, скажем, вот стандарты Украины современные, там этих ключей 2 в 256 степени. Это вот 28147 и Калина, с которыми вы будете знакомиться. Хорошо, теперь давайте, вот эти, когда мы посмотрели основные обозначения, попробуем сейчас рассмотреть все-таки конкретные шифры и примеры исторические, которые вы, соответственно, появляются. Ну, основные типы шифров. Ну, соответствующих систем, которые на них основаны. Шифры мы видим, опять же,
часто встречается, коротко писать большой буквой Ш. Большой буквой Ш. Первое. Это шифры перестановки. Шифры перестановки. Ну, второе. Шифры замены или синоним подстановки. Подстановки. Ну, все разнообразие классических шифров в конце концов они сводятся к двум этим типам. Либо перестановки, либо подстановки. Ну и современные криптосистемы также используют вот два эти типа шифров, перестановки и подстановки, чередуют совместно с ключом. То есть это основные типы шифров, которые использовались симметричной криптографией. Но мы будем в этом семестре симметричную криптографию рассматривать. Ну, если в двух словах принципиальное отличие шифров перестановки от шифров подстановки, ну, мы помним, что открытый текст и шифрованный текст это последовательным символом некоторого алфавита. Ну и, соответственно, в шифре перестановки вот, при шифровании вот, с помощью секретного ключа символы в открытом тексте не меняются ни на какие-то другие символы, остаются те же, в том же количестве, только переставляются определенным способом, который есть за шифрование текста. И этот способ зависит от выбранной системы и ключа, который, соответственно, отправитель и получатель выбрали. В шифре шифромены это другой способ зашифрования. Здесь символы открытого текста преобразуются другим способом, а именно они заменяются на другие символы, ну, из того же алфавита или из некоторого другого алфавита. Или по одному символу, или группы символов заменяются на некоторые другие группы. То есть, еще раз повторяю, перестановки символы открытого текста не меняются, а только переставляются. А в шифре замены или подстановки они меняются на некоторые другие символы или группы. Ну и вот давайте посмотрим теперь примеры исторические, которые... Вот давайте так вот и начнем с первого. Шифры. Перестановки. Перестановки. Ну, во-первых, давайте посмотрим общий шифр. Как это звучит. Ну, понятно, если переставляются какие-то символы, то нам надо ограничиться размером блока, который переставляется. Ну, они могут быть разные длины, но это не принципиально, мы все блоки будем считать одинаковыми. То есть шифры перестановки. Ну, давайте назовем общий шифр. Шифр перестановки. И где? Вот есть открытый текст. У нас x, который x1, x2 и так далее, xr. xr плюс 1, xr плюс 2 и так далее, x2r. x2r плюс 1 и так далее. Ну, вы заметили, что я открытый текст разбиваю на группы по r-символам. По r-символам. Ну и так далее. Шифр текст. Будет, соответственно, обозначаем y и, собственно, будет y1, y2, и так далее, yr. yr плюс 1, yr2, y2r. Ну, и так далее, y2r плюс 1. Я пока не ограничиваю. То есть мы представим открытый текст символами и шифрованный текст символами. И открытый и шифрованный текст мы считаем x, y, y, z, они принадлежат одному и тому же алфавиту и знаку символа.
как теперь проходят процессы. Процессы зашифрования и расшифрования в таком общем шифре перестановки. Шифрованный текст. Каждый блок шифрованного текста получается из соответствующих блока, то есть шифрованный текст тоже разбит на блоки. И каждый блок шифрованного текста получается из соответствующего блока открытого текста перестановкой символов. Для этой перестановки используются секретные ключи. Ну, в общем случае, это просто будет биенция и подстановка на множестве секретных ключей. И мы запишем это просто как подстановка. 1, 2, 3. Ну и так далее до F. Ну и здесь и 1, и 2, и 3, и F. То есть внизу тоже строка чисел. Перестановка на символах. Строка чисел. Та же самая, только переставленная. То есть и та мера меняется, и L, когда K не равняется L, и, соответственно, I принадлежит тому же множеству до R. Ну, подстановка биенция. Вот. Как секретный ключ зашифрования. Зашифрования. Секретный ключ расшифрования. Это будет k минус 1. Ну, такое что. Там есть первое. Такое что k, естественно, k минус 1. Это дает тождественную подстановку. 1, 2, R. Ну и он, естественно, и легко находится с обычным включателем. То есть, поскольку это биенция, то ключ расшифрования, если ключ зашифрования отображения сверху вниз, то расшифрование снизу. Ну, мы на примере посмотрим. Теперь как проходит процесс зашифрования? Зашифрование. Ну, зашифрование по блочке. Зашифрование, давайте назовем этого блока. Этого блока. Блока. А именно, Y. L минус единица R плюс I. Это номер символа L того блока. Ну, предыдущие L минус 1 блок, они каждый R символом имеют. И, соответственно, количество, скажем, до третий блок он начнется с 2r плюс 1. И третий блок, он, если l равняется 3, то 3 минус 1, 2, будет 2r. Ну и i будет, это номер в блоке будет символа. Ну, я сейчас запишу, потом будет равняться. Соответственно, x L минус единица R плюс K от I, где ключ рассматривается просто как подстановка K от I. Ну и теперь, значит, соответственно, I меняется от 1 до R, это внутри блока. Ну и затем L меняется 1, 2 и так далее, сколько у нас есть блоков.
Ну, если какой-то последний блок не полный, он дополняется символами заранее известными или просто символами алфавита. Вот. Раз. То есть и так мы получаем, мы шифр текст из открытого, зашифрование блока. Расшифрование. Расшифрование. Зашифрование этого блока открытого. Расшифрование этого блока. Шифр текста. Ну, аналогично. Мы получим открытый текст следующим образом. X L минус 1 L плюс I у нас будет равняться теперь Y L минус 1 F I плюс K минус 1 вот I. Плюс I равняется от 1 до F, а L L, соответственно, будет 1, 2, 3. То есть это так проходит процесс расшифрования и расшифрования. Мощность ключевого пространства. Мощность ключевого пространства здесь у нас сколько? F факториал. То есть F факториал различных перестановок. Ну, здесь, конечно, включаться будет и тождественная перестановка, которая ничего не шифрует, и некоторые слабые перестановки. Но их, в принципе, очень мало, и можно так считать, что R с ростом R очень быстро растет. Кстати, число, скажем, 10 повторял, число возможных ключей, это примерно, да, примерно 3,6 на 10 в 6. То есть почти 4 миллиона при 10 повторял, 20 повторял, примерно 2,4 на 10^18. 30 повторял, это будет примерно 2,6, по-моему, если я не ошибаюсь, на 10^30 второй степени. Ну, а, скажем, 70 повторял, это примерно 10/600. Ну, надо сказать, что, скажем, 10^32 это не перегорается супермощными современными компьютерами. Если 10^18 там еще можно, если очень большое желание и очень мощные вычислительные ресурсы, то можно еще и это. То есть очень быстро растет общее число ключей. И ну, давайте посмотрим пример. Пример. Чтобы было эти алгоритмы ясны. Открытый текст. Ну, возьмем какое-нибудь слово. Открытый текст. Шифр, например. Шифр. Секретный ключ. Секретный ключ. Ну, это секретный ключ. Секретный ключ. Это обстановка на множестве обстановка на 1, 2, на множестве индексов. Ну, давайте какую-то выберем случайную подстановку. Конечно, случайно условно, ну, например, такую. Вот. Это секретный ключ. Ну, сразу мы можем найти секретный ключ расшифрования. Он будет, соответственно, и наоборот отображение. Один переходит в 2, 2 переходит в 4, 3 переходит в 1, и 4 переходит в 3. Вот два ключа, которые, собственно, и определят сейчас работу этого шифра. Ну, у нас перерыв, да? Давайте перерыв на 5 минут.